таке відео, де зафіксовано, що ви переписуєтесь із паном Жириновським. Я не знаю, що це за відео. Я прошу прощення. А давайте я вам покажу, ви там справді зафіксовані. Серйозно? Да. А ви знаєте, стільки відео публікують. Вот. Діло все в тому, що... Ну дивіться, давайте подивимось разом. І я що? Вам показую. Просто цікаво. Ну, тобто ви справді спілкуєтесь з російським депутатом, з російським політиком? Я на самом деле являюсь парламентарием европейской страны. И я за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять мою страну и приносить пользу моему народу. Прошу прощения, депутаты Российской Думы – это такие же парламентарии. А скажите, пожалуйста, это вы? Ну, давайте подивимось разом. Це журналісти. Смотрите, сейчас будет камера відв'язати и... Я не знаю. Дивіться, це ж ви? Где? Ну, ось. Ну, лисая голова, по-моему, ну, в зале. Считайте. А знаете, у кого еще лисая голова? Еще что же, здесь еще есть лысая. Але там было помітно, что то не сам... знаю, это помітно тем, кто хочет увидеть. То... Ведь у нас так принято, мы видим то, что хотим видеть, слышать то, что нам удобно слышать на самом деле. Тобто ви не визнаєте, що на цьому відео зафіксовані ви? Почему я не визнаю? Я не отрицаю. Ви дорогая не моя, да, я не отрицаю. Можно же подтверждать, можно отрицать, а можно оставаться в нейтральном позиции. Так, а вы спілкуєтесь с паном Жириновским? Я со многими народными депутатами и Европарламента, и Государственной Думы веду взаимоотношения, потому что именно в процессе взаимоотношений рождаются компромиссы. Але в контексте ситуации, когда российская агрессия щодо України... Вы знаете как? Я... Послушайте, мало того, часть территории у нас аннексирована. Вы понимаете как? И в отличие от многих нов, я в 14 году выполнил свой долг и полтора года провел на фронте. А сегодня я пытаюсь найти тот компромисс, который позволит в мою страну вернуть мир. Еще раз говорю, послушайте, в данном случае мы должны научиться находить компромиссы и находить тот баланс, который позволит нашей стране восстановить экономику, вернуть мир, понимаете? И самое главное, восстановить государственную границу. Потому что пока 5 лет забирает только жизни, уничтожает страну. И я парламентарий. Когда, моя дорогая, я был солдатом, я держал в руках автомат. А когда я стал парламентарием, то я обязан находить слова. Але ці люди підтримують анексію і агресію. І що? І з ними не потрібно розмовляти, чи що? Я прошу прощення. Ні, подождіть, ще раз, послухайте, ви мені. Ще раз вам хочу сказати. От ви ж можете логічно мислити? Моє оружие, як парламентарія, сьогодні слово. Скількох російських політиків ви, можливо, вже переконали або намагалися переконати у цьому? Я не вважаю. Я не веду учет як женщин, так і політиків. А пана Жириновського ви намагалися в цьому? А це дуже складний процес, який рано чи пізно. От знаєте як? Вода і камінь точить. А цыплят ми по осені посчитаємо. Тобто ви не підтверджуєте, але й не заперечуєте. Всьому своє время. Ви не підтверджуєте і не заперечуєте те, що Жириновського. Ты молодец. Вот умная, красивая девушка. Вот желаю тебе родить сына и поверь мне. Ну, давайте не переходите на сексизм. Это я ж почему сексизм? Ну, это сексизм. Красивые... Я журналист. Ну, нет, вы извините меня, пожалуйста. Журналист. Я с глубоким уважением отношусь к вашей профессии, но еще с большим уважением, вниманием, любовью и заботой отношусь к вашей стати. Потому что меня мама воспитала защищать, любить, ценить женщин как высшее достояние и высшие создания на этой земле.